Здравствуйте, дорогие мои подписчики, гости моего канала. Сегодня я вас хочу познакомить с одним районом, который называется Зайтын-Бурну. И этот район является оптовым, а также розницем. И цены здесь намного дешевле, и выбор очень огромный. Я несколько дней назад сделала здесь личный заказ для себя, заказала косуху. И вот моя косуха готова, мы сейчас померим, и вы посмотрите. Готова, да? Готова, девчонки, давайте летать в Турцию и заказать себе косухи или еще что-то. Видите, здесь даже один заказ можно заказать, любой ваш каприз. Эта косуха мне обошлась на $120, и девушка мне сказала, что через 3 дня будет готова, но она мне позвонила через 2 дня, а я, если честно, пришла через неделю. Вот такие вот пироги. Косуха мне очень нравится, я очень довольна. Спасибо тебе, дорогая. Носите на здоровье. Все, вот. Угу. Видите? Может, я в нем и пойду домой. Давай я тебе подсветки дам. Да. Дорогие мои подписчики, я сейчас решила померить некоторые модели и покажу вам, какие здесь коллекции, и укажу обязательно цены. Thank you.
вас интересует кожа, мех для себя или для бизнеса, или вам понравился этот район и этот магазин, обязательно свяжитесь со мной, и вы можете воспользоваться моими услугами личного гида. И ссылку я оставлю в описании под видео. И жду ваших комментариев, и подпишитесь на мой канал. Дорогие мои подписчики, здесь вы можете найти меха чернобурку, писец, норку, шиншиллу, рейкос, куницу. Здесь даже можно сделать для себя индивидуальный заказ, одну штучку, вот прям что вы желаете. И даже можно сделать такую модельку для бизнеса, для продажи. Если этот магазин вам стало интересно, заинтриговало вас, пишите мне Instagram, я вам помогу, как найти этот магазин. Дорогие мои подписчики, в следующем видео я вам покажу одну из фабрики Зайтенбурну, где производится верхняя одежда. С этим мое видео закончилось. Всем пока!